усовершенствования производственных процессов. Это идеология, которой должны заболеть, в первую очередь, руководство предприятий, и не прекращать болеть этой болезнью, то есть внедрение бережливых технологий в своих производствах. Современная, высокотехнологичная, а главное, бережливая. Именно таким представляем мы себе производство будущего. Именно таким оно становится уже сегодня. С момента старта национального проекта «Производительность труда» прошло почти 5 лет. Наш регион в реализацию программы вступил с опережением. В 2021 году создали региональный центр компетенций в сфере производительности труда, который вовлекает в национальный проект предприятия региона, организует обучение принципам и инструментам рациональной организации производства, способствует повышению производительности труда. Участие в программе – важный шаг навстречу оптимизации производственных процессов и сохранению ресурсов, в том числе и человеческого. К реализации проекта уже приступили более 30 крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области. Количество участников от нашего региона ежегодно растет. Мы в начале пути, но мы начинаем внедрять некоторые аспекты. Мы внедрили систему на отдельных участках производства 5С. Это оптимизация структуры производства и управление остатками. Также внедряем элементы бережливого производства, оптимизируем структуру отгрузки готовой продукции, внутреннюю логистику перемещения удобрений на предприятии, покупаем эстакады, дополнительные погрузчики. К полному раскрытию промышленного потенциала региона ведет и выход на новые производственные цепочки. С момента введения антироссийских санкций работа по поиску и выстраиванию новых партнерских отношений в различных отраслях ведется в усиленном режиме. С потенциалом ульяновской автокомпонентной отрасли ознакомился генеральный директор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, одного из флагманских автомобильно-исследовательских комплексов в стране. Сейчас задача стоит именно развитие автокомпонентной области. Это только возможности дополнительные, которые нужно развивать совместно там, в том числе. И мы готовы помогать как разработчики, как изготовители там, прототипных изделий и уже внедрять как разработчики технологии и помогать внедрять, то есть в том числе на ваших, конечно, предприятиях. Результат визита – подписание соглашения о сотрудничестве между Ульяновской областью и исследовательским институтом в области создания на территории региона промышленных технопарков. Благоприятный инвестиционный климат Ульяновской области по достоинству оценили и заграничные партнеры. Новое белорусское предприятие по производству сельскохозяйственной техники в скором времени может заработать в Димитровграде. Данная техника пользуется хорошим спросом и в России, и в Казахстане. Часть такой техники поставляется на европейские рынки с белорусского предприятия. Поэтому мы уверены, что данный проект будет пользоваться успехом на территории России. Рассчитываем на достаточно большое производство в перспективе. Самое главное, что мы хотим его сделать максимально автоматизированным и сделать его образцовым. Поиск партнеров и рынков сбыта остается приоритетной задачей для развития промышленного комплекса региона. Работу в этом направлении ульяновская делегация продолжит в Нижнем Новгороде. Поездка запланирована на конец мая. Антон Кузьмин, Алексей Юферев, репортер 73.